Костя, привет. Какие впечатления после матча за команду Кастили, в которую ты вернулся спустя столько времени? Ну, я очень рад снова играть в Кастили. Ну, там все-таки моя команда, парни все, с которыми я играл давно. Получил много эмоций от первого матча, приятных, но и не очень в связи с игрой, не очень такая хорошая. Так в целом нормально все. По результату понятно, что эмоции должны быть положительными. А что не получилось, на твой взгляд, по игре сегодня? Ну, то, что, во-первых, мы не играем в мини-футбол, ну, как бы не очень наш формат. Но решили вот собраться. К сожалению, не все могут. Кто-то по каким-то причинам, потому что играет в Суперлиге, люди не могут играть. Кто-то, Иуда, ушел в другую команду. Ну, кто вот смог, спасибо им, что приехали сегодня. Надеюсь, дальше будет собираться ровно две четверки, и мне не придется в поле играть. Насколько я знаю, Кастили не выступала на зимнем кубке, и на кубках она вообще мало играет. Вот именно к этому турниру вы как-то готовились? Были какие-то тренировки, сборы? Нет, мы просто еще летом решили, что если получится, будем играть на траве, ну так, для себя, по фану, и на паркете. Ну, на траву не получилось заявиться. На паркет вот собрались практически полным составом прошлогодним. Вот, но это можно расценить, наверное, как подготовка к весне, к регулярке. То есть мы, как обычно, вылетим там в 1-16 или в 1-8, ничего страшного не произойдет. Понятно. А какие вообще цели ставите перед собой? Ну, на этот турнир, ну, выйти в плей-офф первый, а там дальше как получится, ну, вылетим. Не хотелось бы рано вылетать там в четвертьфинал, может, хотя бы дойти хоть раз в жизни, ну, за всю историю этого турнира. Вот. А так, ну, на высокие места мы, конечно, не замахиваемся, но посмотрим, как получится.